Почему многие работодатели ищут сотрудников через соцсети? Какие ошибки чаще всего делают россияне в поисковых запросах Яндекса? И зачем лебедю Twitter-аккаунт? Расскажу прямо сейчас. 94% компаний ищут работников через социальные сети. Работодатели уверены, это лучший способ наверняка изучить кандидата и не ошибиться с выбором. Ведь именно страничка в соцсети, а не традиционное резюме, дает более полное представление о кандидате. По аккаунту можно узнать о его опыте работы и реальных профессиональных связях, чем ваш потенциальный подчиненный интересуется, с кем общается и как проводит свободное время. Как выяснили аналитики одного крупного портала, кандидаты, найденные таким образом, намного чаще принимаются на работу и с успехом достигают карьерного роста. Поэтому будьте осторожны, выкладывая фотографии с очередной вечеринки. Пользователи Яндекса все чаще ошибаются в девчонках. Я имею в виду орфографию этого слова. На этой неделе поисковик публиковал самые частые ошибки в запросах. Также россияне не знают, как пишутся слова «комментарий» и «жесткий». Чтобы находить именно то, что пользователь имеет в виду, поисковик вынужден каждый раз исправлять наши с вами ошибки. Однако иногда Яндекс сам подстраивается под неправильно написанные слова. Например, слово «Таиланд» в 75% случаев пишут через «и», из-за чего Яндекс не исправляет запросы и ищет оба варианта написания. Отмечается, что ранее по числу ошибок лидировало слово «одноклассники». Улетел прямо в Твиттер. Смоленский лебедь, сбежавший из городского парка на прошлой неделе, наделал шуму не только в своем городе, но и в сети. В день побега в Твиттере появилось сразу два аккаунта беглеца. Причем каждый автор доказывает, что именно его страница подлинная. В твитах лебедь Гоша выкладывает фото путешествия, цитаты из песен про свободу и требует адвоката. Однако пару дней назад птицу вернули в родной парк. Нравится это лебедю или нет, узнаем на его странице в Твиттере. А краснодарцы продолжают снимать и выкладывать видео в YouTube. Например, этот ролик я бы назвала «Серенада у суда». Правда, о чем поет артист в своей душещипательной композиции, мы, к сожалению, так не узнаем. YouTube – отличное место для того, чтобы поделиться с миром своим творчеством. Это, не стесняясь, делает команда КВН «Молоко» Кубанского аграрного университета. Вот фрагмент их выступления, который появился в сети на этой неделе. Второе место. Мы пошли в парк, кормили хлебом голубей, водили лошадей, грустили. Вдруг подбежала мальчишка, сказал, зовут меня Василий. Сказал, спойте песню про то, что Краснодар – это не Байкал. И мы согласились, ведь игра важная. Полуфинал. Простите, но первое место снова у футбольного клуба «Краснодар». Уж очень мне их предматчевые видеоролики нравятся. Есть идея? Есть гениальная идея. Ну? Представьте пустыню. По ней бежит 20 тысяч гусар. Все одеты в бело-голубые одежды с буквой «Д» на груди. В руках у них бластеры. Вдруг они видят космический корабль в виде головы быка. У него раскрывается пасть. И оттуда выходят огромные чудовища в виде быков. Гусары бегут на быков. Быки бегут на гусар. Тысяча быков. Тысяча гусар. Взрывы. Бластеры. Космические баталии. Кровь и песок. Предательство и любовь. И все это длится минут 30. Напоминаю, что оставить свои комментарии, предложить темы для сюжетов вы можете на нашем сайте и на страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке или Твиттере. Мы всегда рады общению с вами. До встречи в сети!